Пик паводка в Западно-Казахстанской области прошел. По данным Казгидромета, за последние три дня уровень воды в реке Урал снизился на 6 сантиметров. Показатель составил 8 метров 59 сантиметров. В областном центре приступили к демонтажу насыпных дамб в районе Чигана-набережной. Однако специалисты подчеркивают, расслабляться рано. Уровень воды в реке все еще превышает норму. Сотрудники ЧС, полиции и военнослужащие продолжают противопаводковые работы. Мы до сих пор на 9 сантиметров превышаем опасную отметку. В связи с этим по нашей области, по 4 районам и по городу Уральск будут продолжаться в усиленном режиме все работы по берегоукреплениям, по возведению дамб, по наполнению ладошки мешкотары. По городу Уральск за сутки было эвакуировано 41 человек с 1-2 дачной. Они все отказались от эвакуационного пункта, в данный момент расположились у своих родственников.